Тем временем правительство Якутии утвердило поправки в земельный кодекс республики. Они установят предельные размеры участков, предоставляемых под сельскохозяйственные виды деятельности. Речь идет о так называемых якутских гектарах. С учетом масштабов территории, фермеры, в частности для развития коневодства, могут получить площади до 900 гектаров. При этом предельные размеры выделяемых крестьянскому хозяйству земельных участков, пашен и пастбищ не должны превышать 10% от общего объема сельхозугодий в пределах муниципальных образований. Таким образом, с учетом масштабов республики, получаются достаточно большие площади для развития сельхозпроизводства, отметили в Минимущество региона.